Берегите пушки, солдатню бабы еще нарожают. Указую на ассамблеях и в присутствии господам сенаторам говорить токмо словами, а не по писаному, дабы дурь каждого всем видна была. Несчастье бояться, счастье не видать. Деньги, если умеешь ими пользоваться, рабы, если не умеешь, господа. Выгоду, нехорошо приобретенную, следует называть убытком. Злой язык – признак злого сердца. Нельзя отрицать того, что внешние обстоятельства способствуют счастью человека, но главным образом судьба человека находится в его собственных руках. Несомненно, что самые лучшие начинания, принесшие наибольшую пользу обществу, исходили от неженатых и бездетных людей. Нет в душе человека такой, даже самой слабой, страсти, которая не побеждала бы страха смерти. Месть торжествует над смертью. Любовь ее презирает. Честь призывает ее. Горе ищет в ней прибежище. Страх ее предвосхищает. Забвение слов сформирует точный язык, чтобы понять, как выглядят наши закрытые глаза. Нет ничего дороже смеха и презрения. Надо смеяться и баловаться. Будьте жестокими и легкими. Боль не является частью жизни, она может стать самой жизнью. Иногда посмотришь на человека со спины и сразу поймешь, в каком он состоянии, что творится у него на душе. Смерть всегда с тобой, пока ты дышишь, а после смерти смерти нет. У земли нет края, у труса нет родины. Кто не сделал до 10 утра половины своей дневной работы, тот рискует не управиться со своей второй половиной. Я люблю землю под его ногами, и воздух над его головой, и все, к чему он прикасается, и каждое слово, которое он говорит. Я люблю каждый его взгляд, и каждое движение, и его всего целиком. Мне снились в жизни сны, которые потом оставались со мной навсегда и меняли мой образ мыслей, они входили в меня постепенно, пронизывая насквозь, как смешивается вода с вином, и постепенно меняли цвет моих мыслей. Большинство людей даже не осознает этой потребности подчиняться. Они свято уверены в том, что следуют своим собственным вкусам и склонностям, что они индивидуалисты, что они пришли к своим мнениям в результате собственных размышлений, а то, что их мнения совпадают с мнением большинства, — чистая случайность. Мы есть то, что о себе внушили сами, и то, что о нас нам внушили другие. Если я представляю собой лишь то, чего, по моему мнению,
от меня ожидают, то кто же я? С юных лет приучайся прощать недостатки ближнего и никогда не прощай своих собственных. Трудолюбивая душа должна всегда быть занята своим ремеслом, и частые упражнения для нее столь же живительны, как обычные упражнения для тела. Война закончена лишь тогда, когда похоронен последний солдат. У англичан не самая лучшая дикция. Во Франции тебе приходится произносить все очень четко, и изучение французского в раннем возрасте очень помогло мне в будущем. Все мое образование и ранние годы моей жизни были окружены мечтами о сцене. Трагедию гораздо легче играть, чем комедию. Играя в комедии, вы идете как по натянутому канату. Трагедией можно упиваться, так что проще играть в Макбете, чем в Шорохе Южных морей. Сильный мир сам создает смуту, чтобы каждый мог захватить большую власть, чем ему пристало. Мы рождены искать правду, а не обладать ею. Попрание права – это искушение, которому легче всего поддается человеческий дух. Злословие и насмешка – вот что пользуется у публики неизменным спросом. Для счастья нужно что-то делать, кого-то любить и во что-то верить. Расчетливому и равнодушному хитрецу проще убедить женщину, что он ее любит, и преуспеть, чем страстному влюбленному с его пылкими выражениями чувств. Она говорила на 18 языках и ни на одном из них не умела сказать «нет». Если вы хотите знать, что Бог думает о деньгах, просто посмотрите на людей, которым Он их дал. Я не знаю много о том, чтобы стать миллионером, но держу пари, что мне это очень нравится. Иногда лучше потратить немножко времени, чтобы потом его сберечь. Быть точным и честным – это тоже чудо. Когда тебе тепло и мягко, мудрее дремать и помалкивать, чем копаться в неприятном будущем. Иногда нужно все разрушить, спалить все дотла, чтобы потом начать все сначала. Общество использует фальшивую и извращенную логику, чтобы подмять под себя и перевоспитать людей, поведение которых не соответствует его стандартам. Легко кого-то любить, как, впрочем, и ненавидеть в его отсутствие, кого-то, кого мы на самом деле совсем не знаем. Где умирает надежда, там возникает пустота. Единственным критерием истины является опыт. Бездельника хлебом не корми,
а дай порассуждать, да и в умении очернить других ему не откажешь. Он всегда готов найти оправдание собственной никчемности. Кто хочет обрести вкус веры, пусть любит человека только лишь ради Всевышнего. Не совершайте насилие над другими и не допускайте насилия над собой. Каждая частичка человеческого существа должна творить милостыню каждый день с восхода солнца. Мы не стареем, мы созреваем. Начинающего художника понимают лишь несколько человек, знаменитого еще меньше. Чем старше становишься, тем сильнее дует ветер, и всегда в лицо –